Так, я знаю этого парня. 3 из 3 выдает. Черт! Чертовы вагосы! На каком проекте вы играете? Эй, спокойно, чувак, Аризон Редрок. Аризон Редрок, какой промокод ты ввел? Промокод ХИК. ХИК! Что ж? И сколько бабла ты получил на старте? Нет, чел, я еще ничего не получил, только зарегался. А, сори, я думал, Жирный тебе уже обо всем рассказал. Эй, я как раз собирался. Самое время проводить его на самый крутой сервер. А, ну что ж. Добро пожаловать, блин, на Аризону, Red Rock. А здесь находится у вас промокод 200 тысяч. Ведем его на 6-м левеле и разбогатеем. Всем привет, ребята, с вами снова я, Хик. И в сегодняшнем видеоролике я решил, почему бы не поэкспериментировать и не сделать самый огромный в мире уникальный прыжок, который вы когда-либо видели в GTA San Andreas. А ролик создан при поддержке моих друзей из OneX, где множество спортивных дисциплин, в том числе и киберспорт. Быстрая работа сотрудников, мгновенные выплаты, а самое крутое, что там есть мой промокод ХИК, введя который вы получите множество бонусов. Как получить бонусы, можно найти под видео, а мы начинаем наш эксперимент. Погнали! Все мы прекрасно знаем, что для прохождения GTA San Andreas на 100% уникальные прыжки не нужны. Так вот, но тем не менее они здесь есть, они разбросаны также по всему штату, но за каждое их выполнение вы получите по 500 баксов, то есть их всего 70, с каждого 500 мы получаем 35 тысяч в общем, если все выполним уникальные прыжки в GTA San Andreas. Так вот, в сегодняшнем видеоролике мы с вами попытаемся перелететь через всю карту, посмотрим, какая-то сумма по итогу будет, сколько я получу денег за один такой уникальный прыжок. Я выполню всего 2 прыжка. То есть это с дока ФЛС, где-то здесь. И буду заканчивать вот в этом маленьком острове. То есть на углу карты. То есть я ее так вот перпендикулярно, блин. Или через всю карту, можно сказать, что это уникальный прыжок. Будет через всю карту, действительно так и есть. И второй прыжок мы сделаем вот буквально от этого шоссе до пустыни. То есть он будет у нас вертикальным таким. Горизонтальным, я думаю, не имеет смысла, потому что расстояние одно и то же будет. 2 прыжка сделаем. Посмотрим, сколько всего с этого можно будет заработать. И в конце ожидается самая жесть. Но в этом в конце. Погнали. Для выполнения этого безумного трюка нам потребуется транспорт. Можете выбрать совершенно любой. Я взял читу. Первая упавшаяся машина, которую я только встретил. Как мы сделаем этот безумный прыжок через весь штат? Всю карту. Разумеется, без чит-кода репаски, летающие машины, нам не обойтись. Поэтому я буду начинать именно отсюда. С доков, потому что это самая крайняя часть карты, куда я могу начать. И вот вплоть вот так вот все я буду лететь на этой машине. И только в конце, где-то там на этом островке, даже не на самом островке, вот этом вот я имел в виду, Байсайд, а вот где-то вот здесь вот на горе я закончить только должен. И все это время должен лететь, при этом узнав, сколько я заработаю денег. Как видим, я по нулям, для того, чтобы эта статистика была четкая, чистая. Хорошо, я в принципе готов уже начинать. Не знаю, сколько мне это времени потребуется, но я думаю, минуты 2, наверное, за 3 я долечу стопудово. Вот, и при этом не нужно ничего не задеть. Так, первый уникальный прыжок, погнали, через всю карту. Я готов, 1, 2, 3, погнали. Так, я взлетел, замечательно. Ну и, в принципе, все. Все, что нам сейчас остается, это просто держать курс прямо. Кстати... Количество денег зависит еще от того, насколько я высоко взлечу, сколько я сделаю переворотов и дистанция, разумеется. То есть эти 3 пункта, отвечающие за количество денег, сколько я получу на этом уникальном прыжке. Но я хочу просто сейчас максимально прямо лететь, минимум поворотов просто, и узнать, сколько я получу денег за один уникальный прыжок через весь штат GTA San Andreas. Так, я уже почти подлетел. Вот тот самый остров. Отдаленный. Так. Сейчас скоро надо будет приземляться. Я не знаю, как это сделать пока. Oh my! What the fuck? Окей, хорошо. И приземляемся прямо здесь. Денег сколько я получу? 3805. Расстояние 25 тысяч футов. Высота 786 футов. Переворотов 0. Понятно. 3500. Такой себе, блин. Результат-то я хотел получше немножко. Всего лишь 3000 я получил. 3805. Что это, блин, за результат такой идиотский? Ладно, хорошо. Запомнили. Переходим ко второму прыжку. Так, теперь вертикальный прыжок через весь штат. С этой точки. И закончим где-то в пустыне.
Более чем уверен, что будет денег гораздо меньше, потому что, ну, расстояние-то, блин, извините меня, но не такое, блин, огромное. Где-то здесь закончим. Вот тут вот. И погнали. Так, где-то здесь надо падать. Окей, вот где-то здесь. Уникальный прыжок. Оп, 2500. 2508. На целую тысячу, кстати. Интересный факт. На целую тысячу меньше. Там было 3508. Ничего себе. Блин, сколько там футов было, не заметил. Ну, это не важно, на самом деле, сейчас. Ну, как я предупреждал ранее, безумство начнется в самом конце. То есть сейчас. Дело в том, что я сейчас на протяжении получаса реального времени буду кружиться... где-то в облаках, сделать очень много пируэтов и прочих разных всяких приколюх. При этом буду просто, не знаю, повелителем неба на этой машине. И в конце концов приземлюсь спустя полчаса. И узнаем, сколько я сделал пируэтов, сколько преодолел расстояние, сколько получил за это денег, все. Полчаса просто в небе. И буду всячески разно кружиться, крутиться, как будто бы это уникальный прыжок. И он очень большой, далекий. Посмотрим, сколько получу за это денег. На протяжении получаса. Так, я засекаю время прямо сейчас. И мы с вами начинаем. Погнали. Ебать! Капец! Офигеть! Чуть не заруинил. Так, ну чё, пацаны, 30 минут позади, 10 минут я пролетал над ЛСом, 10 минут я пролетал над ЦФ, и еще 10 минут я пролетал над Лас-Вентуресом. И самое время узнать, сколько же я получу денег за такой безумный трюк, оторвавшись от земли в ЛС, в доках, заканчивая здесь, в Лас-Вентуресе, спустя полчаса нахождения в воздухе, в Лас-Вентуресе на взлетной полосе. Я сейчас закончу, но перед этим хочу, чтобы вы написали в комментариях, сколько же примерно я заработаю.
Прямо сейчас ставьте видео на паузу и пишите в комментариях быстренько-быстренько ваши предположения. Потому что сейчас, через 10 секунд, я сделаю посадку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Итак, 26278. Расстояние какое-то маленькое, высота, понятно, переворотов 238 переворотов было. 26278 долларов я получил за этот уникальный, безумный трюк, можно сказать, через все весь штат Сан-Андрес. Типа я ведь пролетал через них. Так вот. Охренеть. Вот это результат. Здорово. Было интересно, по крайней мере. Я свое теперь, свой любопытство подубавил, наконец-таки. Все, с вами был Хик. Если вам понравился данный видеоролик, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, подписать комментарий, то есть ваше предположение, сколько это было. 26 тысяч оказалось. И я думаю, что это далеко не все. То есть можно еще как-то улучшать данный трюк. Можно делать больше переворотов, может быть, нужно как-то расстояние между землей и небом как-то... Все это рассчитывать я, к сожалению, показателей не знаю, но просто решил вот так вот проверить. Все, всем спасибо, всем пока, смотрите другие видосики по теме. Они только что у вас появились на экране, они тоже очень интересные. Кликайте, смотрите, ставьте лайки и увидимся.